Всем привет! Сегодня будем делать точилку для ножей. Делать мы ее будем из обрезка 50 трубы полипропиленовой. Ну, любой. Вот у меня сейчас в данный момент армированная. Для нашей точилки нам понадобится болтик, две гаечки и две большие шайбы. Шайбы я специально подобрал под 50 трубу, чтобы они не выпирали за пределы самой трубы, то бишь они 5 сантиметров. Нам понадобится всего лишь кусочек 5-сантиметровый. Большую мы делать не будем. Чтобы ровно отрезать, я воспользуюсь кусочком старой рулетки. Сначала разрежем нашу заготовку вдоль. Резать я ее буду болгаркой. Режется несложно и быстро. А потом отрезаем нашу заготовочку. Уберем бумажным ножом все неровности. Возьмем наждачную бумагу и оторвем нужный нам кусок. Аккуратно ставим в нашу заготовку. Приступим к сборке. Протягиваем хорошенько ключами. Вот и все. Теперь можно приступить к заточке нашего уголка. Теперь вы можете точить все, что угодно, в любое время. Спасибо за просмотр. Всем удачи, друзья. Пока.